начинаем второе отделение концерта. Премьера номера. Вокально-хореографическая свита «Сердце Кавказа». Постановка Дениса Берко и Марины Егоровой. Обработка Александра Сафронова и Анны Аверьяненко. Автор текста – выпускница ансамбля Нина Русанова.
вальс из музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель». Исполняет хор «Юность». Дирижер Анна Аверьяненко. Партия фортепиано Диана Тюлина. Oh,
исполняет ансамбль педагогов инструментальных классов. Руководитель Валентина Ступина.
продолжает нашу концертную программу младшая группа хореографии ансамбля. Литовский танец «Клумба Коис». Постановка заслуженной артистки России Ольги Безерякиной. Thank you.
Японская песня «Щиранае». Солистка Полина Жемчужникова. Thank you.
авторская песня с Елиту Линдо. Солистка Марина Гутерман. Thank you.
Энтина. Прекрасное далеко. Солистки Саша Кабанова, Ксюша Рослякова и Лена Александрова.
Романцева, слова Добронравова, русский вальс, солистка Вика Айвалетдинова. Thank you.
Чичков. Слова Плецковского. Детство – это мы. Постановка народного артиста Украины Николая Коломийца. Thank you.
поздравлять именинников с днем их рождения. И сегодня мы поздравляем нашего художественного руководителя Леонида Михайловича Фраткина. Дорогие друзья, большое спасибо. Ребята, спасибо. Это был замечательный концерт. Замечательный. И я хочу буквально два слова сказать. Наверное, впервые в детском коллективе на одном концерте было 4 премьеры. И я хочу еще, чтобы люди, которые поставили эти номера, получили вот ваши еще заслуженные аплодисменты. Это Мария Юрьевна. Спасибо. Это был лучший подарок, который можно желать для друзей. Спасибо.